Dünen Rusya'nın bir sıra iri şehirlerinde Putin iktidarına karşı aksiyalar devam edip, miting iştirakçıları Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in istifasını talep edipler. Aksiyaya polis müdaxiləsindən sonra 300 nəfərdən çox fəal saxlanılıb. Позор! 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 Инвалид, отпустите вы вас! Ух! Нифига себе ударил девушку, какой герой! Вы посмотрите, надел маску, ударил девушку, и все ему сойдет с рук. Потому что никто его не опознает. Значка у него нет. Просто красавчик, это вот настоящая полиция. Бьет женщин. А сейчас ей ломают руки, ломают шею. Надо будет, Владимир, подожди.